Запуск глобальной сети электронных денег в следующем месяце. После запуска Абра пользователи смогут отправлять и получать деньги в более чем 50 валютах, включая биткоин. Запуск Абра привлек 14 миллионов долларов на начальном этапе финансирования от венчурных фирм, в том числе Arbor Ventures, RRE Ventures и First Round Capital. Приложение Абра уже запущено на Филиппинах и в Соединенных Штатах, получив рынок для денежных переводов свыше 500 миллиардов долларов.